Здравствуйте, мальчики и девочки. Тишенька, привет. Привет, Даша, привет, привет, ребята. А давай еще проверим, хорошо ли ребята знают дни недели. Ой, Тиша, а как же ты это проверишь? Я загадки знаю. Загадки. Да, вот мне кажется, ребята очень любят отгадывать загадки. Ну вот, белка рыжая в четверг спрятала в дупле орех. Угу. Через день пришла опять. Чтоб еще припрятать. 5. Через час орехи съели. Так какой был день недели? Ой, ребята, какие у Тиши сложные загадки. Давайте мы с вами постараемся отгадать вместе. Да, давай еще. А в четверг она принесла орехи, да? Ну да. Тише. А потом через день пришла опять. Да. Через день это четверг, пятница, суббота. Вот. Вот еще загадка. В понедельник старый крот начал рыть подземный ход. Угу. От сарая и до пня он копал почти 3 дня. 3 дня. Так в какой же день недели он достиг конечной цели? Это очень легко. Ребята, вы уже, наверное, догадались. В понедельник начал рыть. Ну да. Рыл 3 дня. Ну да. Значит, это понедельник, вторник и среда. Правильно, верно. Молодцы. А еще вот есть. Слушай, 2 улитки-марафонки начали во вторник гонки. Первая ползла быстрее, доползла за 8 дней. Так в какой же день недели ей медаль на дом одели? Ребята, да это проще простого. 8 дней – это больше, чем неделя на один день. Тогда мы с вами отсчитаем от вторника неделю и прибавим 1 день. Получится какой день? Среда получится. Молодцы, а вот еще. В воскресенье пес Барбос закопал под липкой кость. Угу. А на следующий день перепрятал под плетень. Через год за ней пришел, ничего там не нашел. Так в какой день свой запас видел он в последний раз? В понедельник. Точно. Верно? Точно, точно, точно. В воскресенье Антон выпил залпом чай со льдом, а потом 6 дней жалел, что ангиной заболел. Так в какой же день опять смог Антон пойти гулять? Тише. Нет. В субботу он пошел гулять. Да, точно. А вот про субботу загадка. Ага. Из своей норы в субботу вышли мыши на охоту. Съесть они грозились кошек. Ой. А добыли хлебных крошек. И потом без дня неделю вместе эти крошки ели. Так какой был день, когда у них кончилась еда? Этот день назывался пятница. Точно! А вот еще. В среду мама Кате подарила платье. Но прошло 2 дня всего. Та испачкала его. Катеньку переодели. Но какой был день недели? Пятница! Тише, какие у тебя хорошие загадки. Мне кажется, ребята все загадки отгадали. Ну, с ними очень удобно учить дни недели, с этими загадками. И пришла пора смотреть с ребятами мультфильм. Баю-баюшки, ребята. Баю-баюшки, мальчики и девочки. Привет, дружок, поехали с нами. С тобой мы станем лучшими друзьями. Нас ожидает дорога с тобой. И на месте ты только не стой. Едем, мчимся все быстрее. Все быстрее, быстрее, веселее. Как ты вместе много мучиться. Добро пожаловать в Паровозовск, где живут поезда. Здесь повсюду железные дороги, рельсы и шпалы. В кафе подают вкусное топливо, а дети играют в паровозобол. У меня отличная идея. Ты уверен, что она отличная? Тишка, какой ты? Ой, погода портится.
Убирай паруса, гроза приближается. Мне не страшно. У меня якоря. Ой, Гоша, выручай. Мама. Я тоже так хочу. Гоша, ты последний в очереди покататься. Ну что за цирк? А? Цирк? У нас будет цирк? Говорят, к нам цирк едет. Приходите. Да, я тоже иду. В нашем городе и без всякого цирка сплошной цирк. Эх, не зря с утра все шарниры ломит к дождю. Куда мы так спешим? Вся жизнь впереди. Никуда! Я просто не могу остановиться! Не могу затормозить! У меня тормоза из прошлого века! Что Васильич и Тишка в цирке работают. Тишка, езжай к минуточку. Это что за безобразие? Спасибо, минуточку. Пожалуйста, только скажите, что это было? А что? Гонок больше не будет. Спросите у полицейского. Взрослые на такие гонки детей никогда не пускают, а сами катаются. Свою ошибку поняли? Паруса слишком большие. Конечно. В следующий раз сделаем их поменьше и тормоза мне починим. И... следующего раза не будет. Да что ты, ушам своим не верю. Я понял, что кораблем быть неинтересно. А вот самолетом... Целый мир уснул кругом.